Сижу, греюсь. Время сколько у нас? 3 часа, считай. Вышел на борт. Поборусь здесь, наверное, подъемов 5 было глухаря, но не сидит. Толпой собаки начинают облаивать, срывается. По одному стрелял, но через елки мазанул. Тут на бору где-то на краю шорох лося поднял. Вот пришел, он завалился и не видно. Ну, считай, наверное, с 12:30 работал. Ну, ладно, лось бегает в радиусе 3 километров, как заяц, кругами. Раз опять сюда вот подошел ко мне, не знаю, или почул я, наперед забегал, или так и не понял, отвернулся. Он завалился и лежит. Шорох! Шорох! А, что там? Черномырдин. Арзан, ты идешь? Одна нюрка, он молодец, за птичками бегает, птичек гавкает, скажи, надо мне тут эти ваши лоси. Так что, вчера 2 петушков добыл, тетеревого с под собачек. Сегодня пока неудача. Здесь мишки вообще даже и не видно, лоси, птица, медведь весь на делянках, где ягода. Здесь, наверное, появится, когда брусника созреет, потому что брусничника много. А, костерок распалил, сам обогреться чуть-чуть, а то спина мокрая. Да, кофейку попить, да? Шорох. А, Шорох. А, что, задолбался? Ну, он тебе надо, этот лось был. Да? Набегался? Ладно, давай отдыхай, сейчас пойдем, надо хоть... Тетюрлюка может стрельнуть, может на бору что тут еще и получится. Ладно, отбой.